Привет, друзья! Во-первых, грядет изменение погоды, потому что мне из Белоруссии наша Наташа Кузьмина написала, у них резкое потепление, а у нас в Москве буквально через день или через два то же самое происходит всегда, обычно, закономерно. И когда я об этом пишу и говорю в своих роликах, особенно новичкам, чтобы они во избежании непонятностей, что происходит с их настроением, с раздражительностью, с утомляемостью, с засыпанием, с мобилизованностью, со способностью думать хорошо и так далее, чтобы непонятностей не было, чтобы они всегда в течение 10-12 дней записывали первый пункт – атмосферное давление. Второй пункт – геомагнитная обстановка. Третий пункт – температура. Четвертый пункт – дождь, ветер. Обязательно записывайте. Но кто этого не делает, а тем более, кто не подписан на мой канал, мне, пожалуйста, не звоните, потому что я не могу одно и то же повторять постоянно. У меня просто нет силы времени на это. Я и так сотням тысячам людей помогаю бесплатно. И поэтому вы, пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал и в течение 10-12 дней записывайте как календарик вот эти параметры погоды. Обязательно! Потому что когда вы будете мне звонить по разному поводу, например, когда будет объявление за 2-3 дня мы ставим о бесплатном ликбезе, и там потом во время трансляции сбрасываем Zoom-ссылку, выходите, допустим, ко мне и задаете вопросы, а я даю развернутые ответы, советы. Когда вы в курсе дела, мы тогда быстро понимаем друг друга. А когда вы не в курсе дела, вот звонят мне разные люди, и давай меня вот так вот нервировать, отрывать время, потому что они даже не записаны на канал. А просто услышали там где-то, и давай сразу звонить. Ну, это же тоже неделикатно, правда же? Ну, нехорошо так, друзья. Подписывайтесь на канал. Это одновременно увеличивает школу нашу. Это одновременно дает возможность даже вашим соседям получить помощь. Я же там много даю такого полезного. И в каждом ролике полезное, полезное, полезное. Бесплатно. А когда вот вебинары у нас проходят, вот сейчас у нас будет специальный, особый вебинар. Платный. И, пожалуйста, посмотрите ссылку в прикрепленном комменте к этому видеоролику, который я сейчас вот вам, да, вот сейчас записываю. Вы сейчас его увидите. И посмотрите прикрепленный коммент, пожалуйста. И там ссылка на вебинар. Он платный, он особый. Поэтому он будет оплачиваться не так, как все предыдущие вебинары, которые имели для наших участников школы большие преференции. А здесь он оплачивается по другой стоимости, потому что это необычный вебинар, он нужный вебинар, и кроме этого, там приглашенный спикер Олег Дозент. Ой, боже ты мой, ой-ой-ой-ой, сказал Олег. Ну, потому что я его дедушку обожаю. Олег Георгиевич Козенко был первым по космической медицине основоположник, вы представляете, которые там готовили они и белку-стрелку в космос, и космонавтов, генерал-лейтенант, начальник института медико-биологических проблем, выдающаяся личность, благодаря которым сколько много было сделано. А вот Роман Владимирович Газенко, мой друг, обожаемый, уважаемый, любимый, мой друг, который
и журналист, и режиссер, и автор многих документальных фильмов, и бывший там разведчик. Ну, короче говоря, разведчиков бывших не бывает, как говорится, и журналистов бывших не бывает. Ну, короче говоря, вы поймете, он психолингвист. Он поможет нам узнать некоторые вещи, до которых раньше мы просто не додумывались. Да, чтобы нами меньше манипулировали. Очень много манипулируют нами, употребляя разные слова, как в НЛП, да? Разные слова употребляют, которые действуют на нашу подкорку. А он раскроет некоторые слова, которые люди часто употребляют, но не понимают, как влияет на них вот это то, что у него некое зерно такое. Он извлекает и делает доступным для нашего сознания. Но для того, чтобы это сделать, надо как раз-таки по вебинарам все вопросы не мне в личку писать, а на почту, электронную почту hasai.mail.ru под всеми роликами, под всеми видеороликами на нашем канале есть описание. В этом описании, это я уже для новичков говорю, написано, кто я такой, чем занимался всю жизнь, почему ко мне надо с доверием относиться или почему не надо с доверием относиться, потому что надо изучать биографию людей, с которыми вы пытаетесь там работать, задавать вопросы и так далее. И, во-первых, а во-вторых, если вы не знаете биографию человека и получаете его советы, а сейчас очень много-много всяких советчиков, очень много, есть люди большие специалисты, есть люди поменьше, есть авторы, есть люди, которые трансляторы, очень много разных людей. Я много знаю прекрасных специалистов, я всех уважаю. Но я знаю и таких, которые просто так пишут, дают чужие советы, транслируют, даже не зная о том, что они другим дают во вред их здоровью. Понимаете? Итак, подписывайтесь на канал, а для этого надо только кнопку нажать. Во-вторых, надо обязательно смотреть ссылку под видео, открывать в описании. И в-третьих, обязательно зайти в этот самый по вебинару, который будет с Романом Газенко, поучаствовать в нем активно и получить максимальную пользу. А Роман специально ко мне приедет для этого, чтобы вам было удобно задавать вопросы, выслушать уникальные ответы. До встречи, друзья! Погоду записывайте. И тогда вы будете понимать, почему я в целебном ролике, который вы можете посмотреть, и в целебном ролике номер 2, который вы можете посмотреть, и в бесплатных ликбезах, которые вы можете посмотреть, все на канале есть. Там я показывал и как регулировать свое состояние, когда резко меняются погоды. Там я все показывал, как ушки разминать, как так делать, как измерять на шкале стресса. Ну, короче говоря, там все показано. До встречи.